Ну что ж, привет, всё, с вами Лёвич, всем с Новым годом. Сегодня я хочу сделать свой первый стрим по Старс. Нет у меня музыки эпичной, извините. Стрим будет длиться полчаса. Кстати, вы заметили, что у Брауля сделали подарочки вместо банок? Вот так выглядят банки. Я покажу, как выглядит банка разбитая. Вот так вот, какая подарочка. Автоатака, конечно, топ. И это не оспорить. Мне пришлось на секундочку остановить стрим. Ничего, такого больше не будет. Горел. Давайте сыграем за нового бравлера. Кита, потом за Григори, потом за Мика. Если честно, мне нравится очень Кит, нравится самый из трех, только Кит. Ну и Ларилори чуть-чуть. Мика, он, конечно, имба, но он мне не нравится. Blue,
Блин, этот прыжок хорош. Ну, он, конечно, постарался. Стоит. Ничего плохого не было. Следующая катка за Вариори. Советую брать вам этот скин. Но хоть он некрасивый. Но если у вас мельбанок, противник может вас перепутать с Лориком. И, например, кит сесть на Лорика. Или атаковать Лорика. Когда у него... Когда он близник, он может их унести. Кстати, у меня был такой один раз момент. Я играл за парные шеды за Лари и Лори. Поставил свою ульту, меня убили, и моя ульта команду унесла. Ну, близненько. Это было не избежать. На следующем стриме точно музыка будет. Картоп, конечно, спалился. Туда его. Подождем Эдгара? Не подождем Эдгара. Дай его. Сейчас, конечно, так и нет. Так, сейчас их расстреляют. О, тут никого нет. Сейчас прыгнет туда. Как, конечно, лох стоит около базы, которая заряжает ему ульту. Гениален просто. Это было легко. Давайте сыграем за Мика. И первую катку мы сыграем с гаджетами замедления, вторую на удлинение атаки. Кстати, уже 1/3 стрима почти прошла. У меня пассивка на мало. На двойной урон банком и другим. Блин, не успел. Ну, конечно, тиммейт хороший. Купи мне слив только. Жалко, дизлайки нельзя поставить. Лайк?
Как она не окончание. Туда и тут использовал гаджет. Я так понимаю, это либо гаджет, либо Мика. Ну тут нечего было бы делать. А второй гаджет. Кстати, осеку тоже хорош. Мне лучше побыстрее ломать маночки. На этом гаджете мы могли бы убежать от Була. Но ничего не предугадать. Фрэнк, конечно, топ. Просто бежит за мной. Знаю, что я ломаю банки один. Это маленький ранг. Ой, его кто-то убил. Иди сюда. Это было опасно. Замей топ. А, я другой гаджет. Я перепутал гаджеты. Привет. Можно сюда зайти. Никого нет. Отбегаем. Летаем. Понятно, Фрэнк пока что. Зачем я гаджет уже использую? Не успею. Ну нет. Фрэнк. Ну хорошо жить с такими тиммейтами. Давайте воробушку возьмем. Я беру гаджет, чтобы спасать своих тиммейтов, когда за ними бегут противники. Давай сейчас эту катку закончим, мы будем Майнкрафт играть. Почти полстрима уже прошло. Видите вот это вот? Кто играет? Oh,
Ну что за ручка? Не сюда. А вот тут опасно. Там шестибалочный колет. О, нет. Ну, Тимати, я надеюсь, справится. А не, не справится. Ну, главное, дождется меня. А, мне сейчас с одной все-таки убьют. Нет. Ну, возможно выиграть. Ладно, давайте еще одну катку. В загадочный режим. На Аркти. Две минуты. Осталось, у нас уже пройдет две трети. Ни разу еще никого не попал. Такое ощущение, что я мазила. Иди сюда, воробушек. Блин, не смог на воробушка. Только уйди. О, сейчас воробушек полетит, я его спалю. Да, блин. Автоатака труп. Да чаще чуть-чуть. Иди сюда. Ну, сейчас мы его убьем. Ну все, было легко. Так, ну ладно, давайте в Майнкрафт пойдем и начнем новый мир. Все, почти две трети нашего стрима закончилось. Кстати, в конце стрима я вам покажу один канал на Ютубе, на который надо подписаться, он хороший.
Единственное, что мы поставим, это настройки дополнительно показать координаты. Все. Ну и название мира. Чтобы я потом... Вы видели это название? Плохое. Я там и написал вместо Т. Получилось... Извините, просто опечатка. Так, ну что ж, у нас осталось... 9:08:38 до конца стрима. Я хочу, чтобы вспомнится в березовой роще, на горах, в бамбуковой роще. Ну и где? Вообще не там. Но раз мы в пустыне, тут может быть пустынная деревня. И пустынный храм. Так, ну, пойдемте накопаем дерево, пойдем в пустынный храм. Сейчас найдем его. Или не пойдем. Ну, я сейчас у себя посчитаю считалочкой Аникабеники или Вареньки. Аникабеники бум. Жребий выпал. Не пойдем. Еще слишком мало ресов. Ну, в принципе, я сам хочу. Обязательно вернемся. Лама. Сейчас сделаем по топорик и пойдем на лаву. Еще можно кирку сделать. Не спрашивайте, зачем я вот это делаю. Ну, кстати, мы можем кактусом заводить. Плюся, плюся. Меня Новый год встречает. Опыт. Свинья. Ну, лучше бы ламу еще одну завалить. Я, кажется, видел одну ламу. Стой. Что это за... А, это достижение будет. Спасибо. Овечка. Это нам надо. Только серая шерсть нам не нужна. Все-таки к вам я не пойду. Как лагает? О, грибочки. Сейчас соберем грибочки. Спрашивайте, зачем? Ну, появился рецепт. О! Пещерка. Соловеечка. Это... нехорошо. Привет. Там.
Так, ну пойдемте сюда. То мне что-то не нравится копать. Курица. Паук. Паук нам нужен или не нужен? Напишите в комментариях ответ. Сейчас проверим. Пойдемте за паукастиком. Нет. Пока. Кольчуга. Мне вы не нужны. Так, идут за мной. Что-то поздно приходят. Сообщение. Достижение. Это будильник был. То, что стрим качается, я его начал чуть попозже. И поэтому у нас есть еще 3 минуты целых. Какая-то пещерная местность. Понятно. Еще одна пещера. С угольком. Уголек не надо. Слышу звон, не знаю, где он, поэтому иду отсюда. Так. Жарить или не жарить у меня? О. Пока не буду жарить. И джунгли, да. Есть. Я так этого хотел. Только что-то маленькие джунгли. Или большие джунгли. Сейчас проверим. Большие. У нас осталось минут до окончания стрима. Сейчас я найду бамбук, делаю себе бамбуковые доски. Делаю домик и закончим стрим. Овечка. Киркой добавился. Вы видите, тоже немножко экрана. Откуда от экрана? Ну, короче, передо мной что. Сейчас мы скрафтим. Себе топор. И кирку. Будем брать. Много арбуза. Нам нужно будет найти золото и сделать. Себе арбуз золотой. Гора, я все как я хотел. Офигеть. Мои мечты сбываются. Опять арбуз. И пещера. Ну, в пещеру я не пойду.
О, все, 4 выжил. Кажется, оно свершилось. Начинается ночь. Сейчас мы немножко дерева нарубим. Немножко. Сползём наверх. Главное, чтобы там не было видно. А это уже начало дырить. Спац, как будто я тебе листу сломал, полосу дерева сломал. Сейчас я верну дерево. 3. Даже с одним блоком еще. Ты что, шибанутый, что ли? Ты с какой высоты меня видишь? О, можем, кстати, осмотреться. Красиво как. Палку можно забрать. Главное, чтобы потом ничего не провалилось. Ща. Забаррикадируемся. И все. На следующий стрим будет потом. Сейчас я покажу вам канал на Ютубе хороший. Понятно, тут его вы не найдете. Нужно вводить именно название такое. А вот Art Games, просто Art Games. Ну, такого вы не найдете. Ссылку я шлю в свой телеграм. На свой телеграм у меня ссылка есть в описании канала. Games. Ну, а с вами был Лёвич Геймс. Всех еще раз поздравляю с Новым годом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчики. Всем пока-пока.